Добрый день, утро, вечер, а может быть даже ночь. С вами Кирсида Годзилла, и мы продолжаем играть в Jurassic Park Builder. Я же говорил, что ролики будут выходить в порядке обзор сериалов по Майнкрафту Genesis Builder. Их видя, я сдержал свое слово. Я вернулся из отпуска во вторник ночью. Так. У меня накопилось бабла. Исчезла. Так, даже доделаю тут дорожку, чтобы машина не исчезала. О, новая ДНК, вернее новый янтарь. Так, карточки откроем. Да, баксов мне сегодня не выпало. Кархародонтозавр. Офигенно, первый действительно крупный хищник. Да, значит, в магазинчик зайдем. Мы не туда. Вот он наш красавчик. 14 косарей. Ну да ладно. Для меня это копейки. Так, и сколько нам будет? 4 часа. Охренеть можно. Думаю, он того стоит. Так, ну вот мы и вернулись на сражение. Да. Где там столкнемся? Тиранозавр пахи Барионикс. Ну, мне как бы все эти ребята круче в 10 раз. Вернее, не в 10. Немножко круче, но все равно. Да. Барионикс одинаковый. Так, 104 хп, 115 до 79, от 15 до 93, то есть тиранозавр круче, ну это и понятно, это же все-таки тиранозавр. Так, пахи, о, у пахи столько же урон, сколько и у тиранозавра, но он более живучий. Ну что ж, в бой! Итак, ну, долбанем по нему хвостом, как обычно. Воу, он еще жив. Блокируем. Ничего, сейчас мы исправим. Тоже ты жив. Ай. Надо было ударить хвостом. Ладно, ладно. Еще не вечер. Так, пахи. Блокируем. Вообще здесь возможно затащить всего одним, просто блокируя атаки. На пощам. Это вообще не серьезно было. Так, ладно. Ладно, тварь. Клин клином вышибает. На, тварь. Еще жив. Ах ты, скотина.
Ничего. Сейчас я уработаю. Так. Ладно, спешно 5 клыков. На! Да. Лучше бы я использовал спешно. Так бы дешевле вышло, чем блокировать все атаки. Выиграем ли следующий? Я как-то немножко сомневаюсь. Так, ладно, значит, трицератов у нас будет пушечным мясом. Ну, вот так. Пушечное мясо. 43 хп, 428 урон. И птер как бы главный. Ну, птер-то и всех затащит, вообще не глядя. Не, я пожалел о том, что взял трайка. Ладно, спешил за ней. Давай, покажи, что способен. Ох, какой ты слабенький. Блокировка. Так. Меняюсь на Пьера. Здесь клыков вот. Так. Ща. Легким движением. Клюва. Урабатываем эту тварь. Так. Анкилозавров тоже самое проделываем. Фига! Чуть-чуть не хватило, чтобы его уничтожить. Вот тварь. Так, ладно. Ладно, тварь. На! Минус. Так, блокирую. Так, и последний удар. Добиваю. Ах ты, тварь! Выжила, сволочь ты такая! Ну ничего. Раз, два, три. Пока! Так, вернусь, пожалуй, домой, а то у меня все боеспособные динозавры как бы отдыхают. Вот и прогрузилась игра. Так, сколько там ускоряем? На 4 бакса. Ну... Так, сейчас посмотрим категорию. Карп у нас какой? Динозавр? А, нет, в магазине показывается. Ну, знаете, как бы... 4 бакса, все-таки жалко от себя отрывать. Хотя... Я ж регулярно побеждаю. И за... Победу дают мне по 2 бакса, так что... Пожалуй, ускорю. Почему бы и нет? Икспа. Тазавр так известен, как акула-зубый ящер. Ну, насчет акула-зубости карханатозавра я бы поспорил. Так как у него зефодонтные зубы похожи на таковые у комодского варана. Вообще, такие зубы характерны для большинства терапов.
Мы покормим нашего нового Пуську. Кушай, кушай, Пусечка наш. Вот он какой. Бронзовый, однако. То есть, птеров не произойдет никто долго. Ибо это, сука, птеры. Вы чё, охренели? Карт слабее циротозавра! Лидия, у вас баланс! У вас как с баланса вообще? Серьезно, сравните! Циротозавр мощнее карха! И живучее! Это ненормально! Так. Ну. Что еще делать, кроме как рассказать вам о кархародонтозавре? Значит, кархародонтозавр. Род крупных плотоядных динозавров из середины мелового периода Северной Африки. Обитал на Земле примерно 95-80 миллионов лет назад. Так, давайте приблизим. Изначально был обнаружен Диперетом и Саворниным в 1925 году. Сначала описан по зубам. Сначала его назвали Мегалозавр Сахарикус, а потом в 1931 году германский палеонтолог Эрнест Штромер нашел части черепа и скелета динозавра. Зубы были похожи на те, которые обнаружили Диперет и Саворнин, и поэтому видовое название осталось Сахарикус. Но он был переклассифицирован в отдельный род кархародонтозавр. Значит, питался мясом, ну, по его внешности это заметно. Охотился на орнитоподов и зауроподов, таких как египтозавр и паралититан. Также у воды мог нападать на спинозавра, о чем свидетельствуют останки со спинозавра со следами зубов от кархародонтозавра. Что примечательно, остистый отросток позвонка был перекушен пополам. Да. Доступен теперь код красный. Потому что у меня появилось 5 хищников. Так их вообще 6, но бежать могут только хищники, которые в клетке. Так, давайте-ка активируем. Начнем же. Режим несложный, но прикольный.
и добавляет реалистичности в игру. Не то что Jurassic World да, The Mutant. Ну, даже не знаю, что еще делать. На этом достижения пока закончены. Пожалуй, расширю. А, не-не-не-не, я не хочу потерять еще 5 баксов. Так. На этом, думаю, стоит закончить. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось. И ставьте, если не понравилось. Это ваше право. Увидимся в новых видео. Всем удачи и всем пока!